Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Так, мы повторяем настоящие чудеса от Аллаха. Первое, я что сказал? Что мы ложимся ночью спать, и мы утром. И это настоящее чудо. Какое чудо, может быть? А еще мы двигаемся с помощью Аллаха. Да, Аллах сделал так, что можем передвигаться. Сейчас подойду. А еще какое петухи, чудо, можешь сказать? Петухи видят ангелов, и тогда кукарекают. Вот. А ослы видят шайтанов, и тоже кричат, да? Кричат. Так, какое чудо, можешь, Милана, сказать? Часов, вечер. То есть день сменяет ночью. И ночью люди что делают? Спят. И отдыхают. А если ночи не было бы, люди не могли спать и не отдыхали бы. Правильно, Самира, какое ты можешь сказать это чудо? Мы, например, моргаем и даже не замечаем, что мы моргаем. Да, мы моргаем и не замечаем. А когда мы моргаем, наши глаза тоже отдыхают. А ну, как и Туков, какое чудо можешь сказать? Мы ходим на земле благодаря притяжению земли. Притяжению. И мы не улетаем куда? В космос. В космос. Это настоящее чудо от Аллаха. А так, какое чудо от Аллаха? Что еще? Планета круглая, мы же с нее не падаем. Мы же не падаем с нее, потому что нас притягивает. И это тоже чудо от Аллаха. Сейчас, подожди, еще какое чудо от Аллаха, можно сказать? Что на земле растут еда, которому что? Кушаем. Если бы на земле эта еда не росла бы, то нам нечего было есть, кушать. Еще человек. Да, еще что человек? Ну, человек все может делать. Да, что у него руки, у него есть, которым он что может добывать себе, что? И еще земля плодородная. Плодородная, правильно, что? А еще одно чудо. Земля же вокруг крутится, а мы же не крутимся. А мы не крутимся. А земля крутится, мы не замечаем этого. А земля крутится, и наступает сперва зима, потом что наступает? Весна. Лето. Осень. Правильно же? Да. Зимой вообще растения не растут. Но когда наступает весна, на той земле, на которой не было никакого растения, что вырастают? Цветы, растения. Это же настоящее чудо, правильно, что на земле, которой не было цветов? Почки. Что у меня? И еще это, пустыня начала расцветать. Ну, не пустыня. Ну, в пустыне, да, начала течь. Это одно из знамений судного дня. Еще какое чудо, можешь сказать? А вот еще, например, у нас вот зимой в феврале выросли почки. Да, это настоящее чудо. А еще чудо в нашем теле какое, что у нас есть что? Два глаза, которые что делают? Видят. И мы этими глазами видим и живем. Правильно? Это настоящее чудо. Еще что? У нас есть нос. Которым мы что? Дышим. А есть воздух свежий, правильно? Который что? Есть еще у нас язык, которым мы чувствуем вкус. Вкус, правильно. Вот таких, давай последний, Милан, Саида, скажи. Кислород, тогда бы мы все умерли. Да, вот в космосе, например, нету кислорода, и человек там не может жить, дышать. А мы без кислорода даже несколько минут не проживем. Но Аллах сделал так, что у нас есть кислород. А кто этот кислород вырабатывает? Кто может сказать? Цветочки. Цветочки, растения. Видите, вот сколько чудес. Если бы еды не было, нас бы... Да, мы не смогли. Вот столько чудес, который Аллах нам создал. И мы должны это понимать. Понятно?